Привет! Сегодня обзор учебника Talent для старших подростков. Посмотрим на структуру курса, назначение, подробно на один модуль, а тут есть на что посмотреть. Так почему же все-таки арбуз, да еще и квадратный? Да потому, что это талантливый арбуз. Он обнаружил в себе способность менять форму. И поэтому он стал востребован не только как еда, но и как украшение для вечеринок. Здравствуйте, я Ольга Коченкова, вы на канале Magellan Books, а мы знакомимся с курсом Talent. Курс Talent вышел в издательстве Кембриджского университета в 2018 году. Он написан для работы с группами старших подростков. Для этих ребят важна и актуальна подготовка в высшую школу и к различным экзаменам. Будут ли это государственные экзамены или международные, они сами еще пока могут не знать. По европейской шкале курс за три уровня ведет нас от А2+, до Б2. В области международной сертификации мы можем подготовить ребят к экзаменам Preliminary и First, а также IELTS и IGCSE. Пользователям Talent 14-17 лет. Для ребят этого возраста супер важно понимать, что они изучают актуальный современный материал, который будет востребован и там, где они общаются в свободное время, и там, где им предстоит закладывать основы профессиональной и взрослой жизни. Но самое важное – найти свой талант, развить себя, и не только в английском языке. А вот информацию они любят воспринимать легко, емко и наглядно. Отсюда и фишки курса. Уникальная особенность курса – Changing Language Features. Мы все знаем, что язык постоянно меняется, и боимся застрять в английском языке, на котором говорили бабушки современных англичан. Вот вы используете в речи акронимы, а ведь это же «so not edgy». Talent научит ребят пользоваться Cambridge English Corpus, чтобы всегда быть на переднем краю. Changing Language – это блок с видеолекцией, в которой эксперт Кембриджского университета рассказывает об актуальном явлении в современном языке, а доказывают эту информацию интервью, снятые на улицах Лондона. Из одного такого видео ребята узнают, что в 90-е годы в ответ на «How are you?» молодежь стала отвечать «I'm good», а в 2000-е годы эта же фраза «I'm good» используется вместо фразы «No, thank you». Для оживления материала учебника использованы видео. В каждом уровне их по 25. Их можно разделить на три типа. Changing language, о которых мы уже говорили. Speaking videos, то есть образцы диалогов, которые будут строить наши ребята в конце каждого юнита. И language presentation video. В каждом юните есть текст для знакомства с темой. В Talent по этим текстам были сняты видеосюжеты. Таким образом, знакомство с темой проходит в более естественном для ребят характере. А вы знали, что средний британский подросток проводит на улице времени меньше, чем заключенный в тюрьме? Темы подобраны по двум направлениям. То, о чем подросткам захочется поговорить – спорт, музыка, средства массовой информации, стресс-менеджмент. И то, что связано с учебой и расширением знаний о мире – от метеопрогнозов до гиг-экономики. Дополнительно в каждом юните есть блоки по подготовке к учебе в университете и социализации в любом обществе. Например, как планировать исследования, как решать, а лучше избегать проблем в общении. Возможно, даже профилизация курса благодаря дополнительным разделам в Students Book. В старших классах самым распространенным является гуманитарный профиль и профиль с углублением в историю и социологию. Для первых созданы Literature Pages, на которых ребята познакомятся с образцами классической литературы из произведений таких авторов, как Чарльз Диккенс, Джейн Остин, Эдгар Аллен Поу. Для вторых будут полезны и актуальны CLIL Pages с учебным материалом по таким темам, как сохранение культурного наследия, плотность населения, питание в Римской империи. Всем им пригодятся Writing Expansion. Это дополнительные уроки по написанию текстов различного характера, а также раздел Vocabulary Extension, где они будут учиться работать с лексикой. Компоненты курса. Для ученика это учебник Students Book и тетрадка Workbook with Online Practice. Это цифровое приложение с дополнительными упражнениями и автопроверкой, код доступа на обложке.
Для учителя это Teacher's Book. Она не содержит учебник, но у нее есть доступ в CLMS, где есть все необходимые материалы – аудио, видео, Presentation Plus и тесты. Структура курса. В каждом уровне 10 основных юнитов плюс один стартовый. По часам это минимум 100 с возможностью расширения до 150 часов. В каждом юните 4 учебных разворота, это минимум 8 уроков. И после каждого четного юнита есть разворот Revision и Exam Practice. Подробнее постранично посмотрим юнит 1. А пока я открываю учебник, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и включите колокольчик. Первый юнит называется Friendship. Здесь у нас с вами содержание всего юнита и текст введения в тему. Текст у нас есть в трех вариантах. В печатном, аудиоверсия, а также видео, вы помните об этом. В этом же тексте вводится первое языковое явление, и для него предназначены задания на закрепление и знакомство с ним. Задания достаточно универсальные, но это дает возможность учителю проявить себя. Я бы в шестом задании добавила парную работу, а в восьмом включила игровой компонент. Второй урок – Reading. Здесь мы читаем статью «Online Friendship» и знакомимся со вторым грамматическим явлением. В области подготовки к экзамену здесь у нас с вами стратегии для понимания мнения автора. Мы учимся анализировать прилагательные и также пунктуацию автора. Следующий урок «Writing». И нам нужно написать informal email. Если ваши ребята еще не знакомы с таким жанром, то им пригодится дополнительный раздел Writing Expansion. Здесь у нас есть образец имейла и задание для проработки этого формата. Четвертый урок – лексика. Здесь у нас с вами прилагательные для того, чтобы описать личность нашего друга. Мы будем играть с вами в знаки зодиака, будем подбирать и обсуждать их качества. Не забывайте, что у нас есть дополнительный раздел Vocabulary Extension. И здесь мы с вами посмотрим, как приставки могут изменить значение тех самых прилагательных. Пятый урок – говорение. Образец диалога, в данном случае у нас тема meeting and greeting, и стратегии для поддержания диалога. Следующий – listening. Здесь также есть подготовка к экзамену, у нас стратегии выполнения задания с множественным выбором и третий блок – грамматики. Для развития личности и интеллекта в нечетном модуле у нас идет раздел Life Skills. В данном случае у нас Dealing with Stress, а также Changing Language Video. В каждом четном юните в этом месте у нас раздел Academic Skills, а также дополнительное задание по фонетике английского языка. Каждый четный юнит заканчивается повторением, закреплением и подготовкой к контролю. Контрольных материалов больше, чем достаточно. В ресурсе учителя каждому юниту есть extension tasks по лексике и грамматике, а также каждому юниту тесты по скиллзам reading, speaking, listening, есть тест по лексике и тест по грамматике. Кстати, есть еще обобщающий, так называемый cumulative grammar test, в котором закрепляется грамматический материал, пройденный по всем юнитам. Например, за юниты с 1 по 2, с 1 по 4, с 1 по 6, ну и так далее. Рабочая тетрадь обрадует наших визуалов, ведь она цветная. В тетради собраны задания для закрепления материала учебника. По одному блоку на каждое грамматическое явление, их 3, а также на каждый другой учебный блок. Reading, vocabulary, speaking, еще раз grammar и listening. В конце каждого нечетного модуля у нас идет разворот Exam Skills. В конце четного модуля у нас дополнительно будет еще разворот Academic Skills, еще один блок Exam Skills и материал для повторения и закрепления. В конце тетради у нас собраны материалы для самостоятельной работы. Это Word List и Grammar Reference. Мы предлагаем посмотреть, как учебник Talent для старших подростков может взаимодействовать с другим кембриджским учебником LNET для младших подростков. Вместе эти два учебника проведут учащихся от уровня А1+, до уверенного уровня Б2, подготовят их к трем кембриджским экзаменам. Причем у нас будет два уровня, то есть два года подготовки к каждому из этих экзаменов, а также будут возможности и для более смелых ребят, и для более осторожных.
Ключевыми особенностями курса стали для ученика возможность узнать область своих интересов и развить их, учиться с использованием самых современных материалов, получить знания, необходимые для продолжения образования и для международной сертификации по языку. Для учителя Talent дает возможность создать свой индивидуальный курс, используя богатый материал учебника. Be talented. Grow your own way.